Сегодня 15 ноября 2022 года, полдень. Солнце в зените, если так можно назвать. Почти зимнее солнце. Чича на прогулке. Я тоже от собак вернулся. Собаки на месте. Видел щеночка. Сейчас в конце ролика будет видео с ним. Думаем, какое ему подобрать имя. У меня все имена по цвету кожи. Соответственно, он черный, с коричнево-белыми лапами. Ну, черным был он и был. Ну, хозяйка Тобика, Тузика, говорит, что можно Рексом назвать. Пишите, какие вам нравятся имена. Пока еще никак не называется. Вот они, Гера с Гердой. Сегодня погодка хорошая, солнечная. Но, судя по прогнозам, 7 градусов. Вот. Судя по прогнозам, это уже последний денек солнечный. Там дальше уже и морозы по ночам, да и сегодня был морозец легкий. И уже будут даже пасмурная погода и возможны дожди, но это попозже. Так что такие новости. А так особо никаких новостей нет. Все тихо, безветренно. Все занято своими делами. Поэтому и вам всем желаю хорошего дня. Смотрите на щеночка. Всем пока. Вот серый ребенок. Ой, неудобный чехол новый взял. Также его так. Ага. Привет, друг. Как тебя назвать? А он уже кушает что-нибудь свое? Да. А ну пойдем кашку кушать, пойдем. А видите вот туда, да, до общей кашки. Давайте, да, я возьму на ручки. Ага. Видите, какой толстый. Не, они маленькие все такие, иди сюда, не бойся. Ух ты, какой ты шустрый. Ага. Ну пойдем, может ты кашу уже будешь есть, давайте помогу, не бойся. Ой, какой ты легкий, ты легче моя чуча раз в 50. Пойдем. Женщина, она уже знает, когда у него день рождения. Да? Когда у него день рождения, кто он по знаку зодиака? Ну вот это, он родился в октябре, 5 октября. О, а, ты не скорпион, я думал, ты как я прямо будешь, 5 октября. Это ты, наверное, весы, моя мама, по-моему, была весы. Я не помню по этим, по другим знакам. А, слушайте, а вы как свои дети не забрали? Варенье. А. Вот такой сейчас собачек поснимаю. Не, ну сейчас. Так, Тузик. Серая. О, серая. Рябовой. О, рябовой тоже. Ну, в общем, все в обычном составе. О, черныш. Серая. Так он где у тебя прячется? Я в гараже прошла сыскал. Гля, черныш такой. Молодец, сам такой. Ну, черныш такой относительно. Может, он будет коричнево-лаповый, белолапочный. Вот он такой. Ох и красавец, ну ешь, наедай бока. Серая, красотка ты.